приветствую вас на первом интернет-канале из Квакина. Новости Сабай Ньюс. Здравствуйте. Сейчас мы находимся на городском драме Квакина возле отеля Интерконтиненталь. Сегодня стоит замечательная погода. Легкий ветерок, небольшое волнение. Температура 27 градусов, очень комфортно для вновь приезжающих. Влажности нет, потому что ветер. Ну, вообще, просто кайф. Для отпускников просто наслаждение. Как вы видите, все наслаждаются, лежат, мочат ножки в море. Кто-то катается на кайтах, кто-то катается на лошадях. В общем, отдыхают как приезжайте, все замечательно. Никаких медуз нету, море абсолютно чистое, но немножко волны. Это у нас из опыта.